бесплатную ветсанчасть обратились за помощью. Пес пострадал, и в нем завелись опарыши. Именно поэтому этот ролик будет в познавательных целях. Мы расскажем, какие действия нужно предпринять, если на вашем животном уже завелись опарыши. Начнем с того, что ни в коем случае нельзя обрабатывать спиртом и спиртосодержащими средствами, такие как антисептик и прочие. Они обжигают кожу и доставляют ужасные ожоги и дискомфорт животному. Попытки избавиться от опарышей водой окажутся тоже бесполезными. Чтобы помочь животному, нужно обнаружить все ранения, где завелись опарыши, залить хлоргексидином. Если животное пушистое, состригите всю шерсть, которая мешает вам добраться до пораженных участков туловища. Если под рукой не оказалось сразу хлоргексидина, можно обработать пораженные участки такими мазями, как ироксаветин, спасатель и так далее, не доставляющий дискомфорт, либо дегтем. Доставать опарышей из раны также чревато последствиями. Очень часто остаются мелкие личинки или маленькие зародыши в самой ране. В дальнейшем они снова развиваются и очень часто съедают собаку полностью живьем. Изначально опарыши поедают мертвые ткани животного после драки с другим животным или удара. Но в дальнейшем, чем дальше они пробираются, тем глубже они проникают. Они могут добраться и до внутренних органов, и до скелета. И именно поэтому медлить здесь никак нельзя. Изначально обработайте животное сами, и затем обязательно обратитесь за специализированной помощью к ветврачу.